Этот мальчик сразу привлек внимание рейдовой группы прокуратуры. Мало того, что ребенку едва исполнилось 10 лет, так еще и бродил он в позднее время суток в микрорайоне Тастык в полном одиночестве. Причем в одежде совсем не по сезону. На Хамиде были тонкие брюки и легкая кофта. На вопрос, где его родители, мальчик сообщил, что мама 5 месяцев назад уехала на работу в Дубай, а сам он живет с тетей-инвалидом. У маминой сестры есть еще свой сын, он тоже инвалид. Я должен был за ним ухаживать, убирать. А если я плохо справлялся с работой, то меня сильно били. Рука и спина мальчика действительно в многочисленных шрамах, синяках и ссадинах. В результате чего они появились на теле несовершеннолетнего ребенка, теперь предстоит выяснить прокуратуре. По данному факту началась доследственная проверка. В течение 5 месяцев подросток находился практически в рабском положении у своей тети, выполняя всю грязную работу по дому. Проверяется информация, что тетя применяла к ребенку физические наказания. 10-летнего Хамида сейчас разместили в центре временной адаптации для несовершеннолетних. Мальчик также сообщил, что у кого-то из родственников живет его 4-летний братишка. Эта информация сейчас проверяется прокуратурой.